Здравствуйте, Верочка. Огромное спасибо за поддержку и пример, какими должны быть отношения в кругу домашних. Здоровья и счастья вам. Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас, в такое непростое время, когда вокруг столько зла творится, проходить Сангая-66? Да. Сангая-66 уберет это зло. Я его создал специально для того, чтобы это зло искоренить. После него чувствую себя как заново родившимися, правильно, как бы чище. Не только вы чувствуете, те люди, которые находятся вокруг вас, в вашем доме, в вашем районе, и даже для некоторых с высокими ступенями учеников, даже в городе или даже в области начинают чувствовать хорошо. И время уже такое прошло, когда конфликт шел, и сейчас этот конфликт, он шел до определенного времени, там, до конца апреля. И после чего начал идти в виде спада. Конечно же, в виде спада. Кто-то хочет сказать мне, это не так и так далее. Нет, это так. 8 точек вхождения было на территорию Украины. И в эти 8 точек постоянно там происходили атаки. Там убивалось очень много людей и так далее. На сегодняшний день осталось только 3. Поэтому это говорит о том, что плавно все переходит в состояние уже латентное. То есть вот такая волна, она отходит и плавно переходит уже в совершенно в другую форму или в другой формат. Когда волны нет вверх, то она уже больше становиться не будет. А когда волна идет вниз или скатывается волна, вот тогда прям необходимо читать такие мантры, потому что они помогут эту волну сделать ниже. Говорил раньше, что нельзя очень светиться. Нельзя очень светиться, когда идет большая волна. Я поэтому и говорил, сейчас ничего не делаем. Уже сейчас, в данный момент, можете.